Група СКМ заявляє про повну втрату контролю над усіма активами групи, розташованими на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей. Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Многие из них – это мощные градообразующие предприятия, на которых трудятся тысячи специалистов горно-металлургического, энергетического секторов, сферы недвижимости, промышленно-сырьевого сектора. На протяжении 3 лет наши предприятия на неконтролируемых территориях, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплаты налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР. С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов на неконтролируемых территориях в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Мы подаем заявление в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Группа СКМ уже обратилась в Государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над нашими активами. Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на неконтролируемых территориях в рамках правового поля, включая обращение в украинские и международные суды. Из заявления группы СКМ.